Привет, я Николай, вы на канале «Таксуем на Субару». Сегодня у нас 17 мая, время 5 утра, понедельник. И я выхожу на линию, отличная новость есть. Недавно подняли бонусы, опять вернули до 36 тысяч бонусы за 40 заказов, но это только для брендированных автомобилей. Подняли бонусы для бренда. Мне это не может не радовать. В общем, опять будем хорошо на бонусах зарабатывать. В общем, поеду выполнять свои 40 заказов. Посмотрим, сколько заработаю. И получу ли бонусы. Или Яндекс, как бывает, иногда не даст. Погнали. Утро поймать первый заказ хороший тяжело, приходит всякая чепуха, приходила сейчас и первая Алмата, еще куда-то там долгая поездка, Краснооктябрьская что ли улица, даже не знаю где это. Ну, в общем, выбрал на 5,5 километров, по-моему, поездка, но подача долгая, 7 минут 3,5 километра, но выбирать уже не приходится. Раз ничего путного лучше не идет, то пришлось взять этот заказ. Здравствуйте. Разбокило 105А, да? Да. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности, даже на заднем сиденье. Так, ну что, следующий заказ с коэффициентом 550 аж. Не в тему коэффициенты. Сейчас пока ехал, 1150 были, сейчас 800 горят. В общем, мне они вообще не нужны. Поездка хорошая, 7,5 километров, 13 минут 1270. Ну блин, бонусы съедают такие поездки. Ну что ж, у меня отличная новость для водителей такси в городах Нур-Султан и Алматы. Таксопарк «Я партнер» запускает новую офигенную акцию. Если ты ранее не работал в парке, приходи, регистрируйся и в течение 30 дней выполняй 100 заказов и получай 5000 тенге. Если в течение 30 дней ты выполнишь 300 заказов, то получишь 10000 тенге. 10000! Также, если вы регистрировались ранее в парке, но давно не работаете, приходите, работайте и получайте также 5000 тенге за 100 заказов, которые вы выполните за 30 дней. Также, если вы зарегистрируетесь в парке через меня, вы попадете ко мне в бригаду и получите возможность получать еще кое-какой бонус. Ответ, кстати, на постоянный вопрос, как катать коротыши, как катать бонусы, как не брать дальние поездки. Все элементарно просто. Что вам для этого нужно? Вам нужен брендированный автомобиль, вам нужен высокий рейтинг, вам нужен высокий приоритет. То есть плюс 16, плюс 18. И при этих условиях вам по цепочке будут идти куча заказов, из которых вы выбираете короткую поездку. Как выбрать короткую поездку? Здесь уже необходимо знание города. Если вы знаете город или какой-то район, можете по нему кататься, выбирать и делать коротыши. Ну и вам нужна платина или золото, чтобы иметь возможность пропустить 1-2 заказа. Вот и все, все просто. Так, со второй Алматы занесло меня ЖК «Симфония», район АДК. Здесь уже коэффициенты разгорелись, но пока я сейчас успею свалить на восток, в центр. Пока в том направлении не особо начались пробки. Заказы приходили по цепочке куча. Долгие поездки на Папанина в больницу, еще какие-то неизвестные улицы, коэффициенты там 500-400. В конце взял на Толиби 99. Туда на восток ближе поеду, коэффициент плюс 400, но подача 3,5 километра. Сегодня что-то подача вообще не радует. Так, опять не в тему коэффициенты.
1300 коэффициенты. Причем такая обширная, обширная зона с коэффициентом. Я практически там, где их нету, и то прилетает 500-600. Пришлось вот взять один с коэффициентом плюс 500 на Абая 10В. Туда поеду, ближе, короче, к центру, точнее в центр поеду. Там коэффициенты послабже. То есть коэффициент сейчас 1300 горит. То есть вот такая зона практически вся умотата, микроши, нижняя часть. Так, ну что, время 9 часов, а коэффициенты все не спадают и не спадают. Еще до сих пор до 1100 держится. Кто-то скажет, конечно, дурачок ты что ли, коэффициенты, это же хорошо. Оно, конечно, хорошо, если бы они горели весь день. А так они с утра погорят, вечером погорят, а весь день ты катаешь дешевые поездки. А за счет коэффициентов, так, заказ нажим был, за счет коэффициентов, получается, ты бонусы не выкатываешь, ты там сделал, например, 40 заказов, заработал те же самые 36 тысяч. И кучу отвалил комиссию. А чем хороши? Хороши. Тем, что ты получил бонус, отбил комиссию Яндекса и Парка полностью, еще и сверху осталось. Поэтому я психую то, что коэффициенты. Ну что, сейчас должны уже падать, уже вот до 1000 упали. Потихоньку спускаются вниз. Алло. Здравствуйте. А я вас вообще на Избибекова 20 вызывал. А у вас вообще стоит Альфа-Раби 42 Сейфуллина кольцо вверху, которое. Нет, вот я на Избибекова 20 и на Джамбула 142. Проспект Альфа-Раби 42, на Джамбула 142 указан у меня адрес. У меня на Избибекова 20. И давайте все вместе. Вам перезаказать тогда нужно. Неправильно указан адрес. A few moments later. Вы заказ тогда отмените, пожалуйста, чтоб я просто так не стоял. Все хорошо. Спасибо. Later. Ну, наконец-то. На том спасибо. Здравствуйте. Табанбай Батыр 200 частота. Добро пожаловать. Табанбай Батыр 200 частота. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности, даже на заднем сиденье. Поездка по Яндекс.Навигатору займет 9 минут. Здравствуйте. Тимирязева 15Б. Тимирязева 13, вообще не знаю, почему 15Б. Ну, в общем, по Тимирязева между Марковой и Байтурсиновой кафе Лов. Если по Байтурсиновой вверх едете, на Тимирязева сразу направо, и вот за остановочный пакет. Здравствуйте. Да, да. Подвесь туда, Амина, я сажусь, что ты? Аблайхана 62. Да, отцу. Угу. Можно окошко открыть? Конечно. Мы сами порой не обеспечиваем безопасность своим детям, говоря уже о себе. Ну тут же вот типа организация туда-сюда, они же взяли детей. На соревнования не ехали, областные или чего? Сейчас вез женщину-пассажирку. Бывают такие пассажиры, которые садятся и не замолкают без умолку,
что-то рассказывать начинает, ля-ля-то-поля там. Ну, мне чаще попадались, которые рассказывали там про жизнь или еще что-нибудь, какая-нибудь бабушка. Но здесь человек всю дорогу рассказывал, как все небезопасно, как все плохо, куда смотрит Акимат, про какую-то там аварию в России, где-то в новостях прочитала, что везли детей там, в общем, какое-то ДТП случилось, а оказывается, нужно было сопровождение, а сделали не так, вот все как небезопасно, никто ни о чем не думает. Сама везешь ребенка на руках, что ты тогда не заказываешь детское кресло? Вот у меня слов нету просто. Видеть во всех виноватых, а себя не замечать вообще. Я не стал с ней спорить, дабы не опускать себе рейтинг. Покивал головой, намекал ей на то, что детей нужно перевозить в детских креслах ребенку, там, я не знаю, 3-5 лет. Даже меньше. В общем, вымораживают такие, конечно, люди. Здравствуйте. Эти тебе 65? Эти тебе 65? Да, мид, да? Угу. Что, такси вызвало, блин? И у него спросила, в МИД, он говорит, да, села, еду и смотрю, мое такси меня ожидает. Я говорю, точно, говорю, вы в МИД? Он такой, нет. Я говорю, я же у вас спросила еще с маленьким ребенком специально, в МИД или нет? Блин, извините, короче. Сейчас другое такси сели? Да, другое такси. Здравствуйте. Блайхана 92. С какой стороны удобнее, с Аблайхана или с Калинина? Мне с Аблайхана. У меня топографический кретинизм. Если меня с другой стороны завести, я все равно пойду туда, где я уже знаю. Поэтому я знаю с Аблайхана. Кстати, поступил бонус 6500 за вчерашний день. Вчера был такой достаточно неплохой день, воскресенье, был свободный город. Очень быстро и легко было катать заказы. Отлучался по делам, в общей сложности на линии был 8 часов, сделал 30 заказов и вместе с бонусами 6500 заработал 22 тысячи, ну, почти 21 840, там что-то такое. Поэтому достаточно был такой неплохой денек. Надеюсь, сегодня тоже нормально бонусами получится и завтра мне начислят. Что-то по центру пошла такая хорошая череда коротышей, прям коротышные коротыши, мои любимые. 1.5-2 километра, сейчас вот, сейчас 1.3 вез, по-моему, до этого 1.5, до этого 2 вроде, и на уменьшение идет, в общем, было 2, потом 1.5, 1.3, и сейчас пришел, еду за пассажиром, сама поездка 980 метров, что ли. Уф. 910 метров. Вы доедете в это Филармон? Сюда я? А, вы это, посылка, да, у вас? У вас посылка? Вы посылку в этот, в 315 кабинет можете этот. Сейчас я скажу, чтоб вам этот вышли. Сейчас я скажу. Сейчас, может, заберу тогда. Давайте отсюда. Дайте меня, я заберу. Можно быстрее? Давайте. А ну куда идёт девушка? Нет, я в другое место еду. Все, спасибо. Так, вам филармония, да? Да-да-да. Добро пожаловать. Дело идет к финалочке. Потихонечку закрываю 40 заказов. Осталось совсем немножко. Сейчас я на зеленом.
сейчас зеленого. Повезу пассажира на Кабанбай Батыра 51. Надеюсь, что пассажира, надеюсь, что это не передаст или еще что-нибудь такое. 2 километра будет поездка, 7 минут. Так, серия супер каратышей по центру продолжается. Привез 2 километра, следующий заказ 2,3 километра. Едем. Когда вот такие каратыши, прям настроение, прям. Особенно, когда 30, например, сделаешь, и потом они идут, 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 и ты такой, все, еще, 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 еще. Иногда хочется даже больше 40, но больше 40 смысла нету, бонусы. Как бы сам у себя деньги отбираешь. Добрый день. Здравствуйте. Да, по Кирову прямо. Кадам Инвест, да? Да, да. А как это у вас Wi-Fi бесплатно сделано? Так? Раздача с телефона. У вас телефон что, на раздаче стоит? Да. Понятно. А зачем вы так сделали? Небольшая приятность для пассажиров. Сейчас, конечно, Wi-Fi никого не удивишь, но бывает, тариф закончился, еще что-то. Дети подсоединяются часто. Понятно. Но он у вас постоянно включен на раздачу или вы по просьбе включаете? Нет, постоянно. Понятно. То есть у вас получается телефон постоянно на шнурке, чтобы питание шло, и он постоянно как бы точка доступа включена. Ну да, точка доступа. У меня второй телефон просто без симки, на котором я работаю, он через Wi-Fi работает. А с первого телефона я раздачу даю, то есть она постоянно... А, вы себе даете на яндексовский телефон, да? Я себе даю, да, и на общую получается. А раз вы пользуетесь, то и поделиться надо. Конфеток, смотрю, насыпали. Да, угощайтесь. Да нет, вам маркетологи, а не таксисты. Спасибо за поездку. Поездочки есть, звездочки поставил, чаевые. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания. За такой маркетинг я приложение. Кинул. Все, спасибо. Да, спасибо, всего хорошего. Такой вот довольный пассажир оказался. Сервисом и так далее. Перед денежек накинул. Сколько, не знаю, посмотрим. Как правило, после завершения следующей поездки выходит сообщение. Ну или можно посмотреть баланс, я не знаю, даже сейчас посмотрим. Нет. Пока в балансе ничего, чаевые не отражены, ничего. Смотрим, сколько накинет. Сама поездка была... Блин, даже не помню. Ну, недорогая, тенге 500. Тенге 500 где-то вот так. Здравствуйте. Альфа-Раби 34, да? Да. Так, завершил я эту поездку, вышли чаевые. Ну, по сути, сумма была поездки 400 тенге и 70 тенге чаю еще закинули. Ну, мелочи, приятно, все равно. Каждый бывает, ну, в день, я не знаю. Какие-то большие чаевые бывают крайне редко, но в день на экономии там бывает 20, 30, 50, 70 тенге накидывают. Все равно тоже тенге 500 набирается, бывает. Всегда по-разному, опять же. Самый большой чай по безналу у меня был 500 за наличные. 750, по-моему, в аэропорт увозил человека. 2250 было, 3000 дал. Когда еще в аэропорты и все, вот это я ездил. Так, ну а я мчусь на крайний заказ. Он тоже коротыш будет на 4,5 километра. И я заканчиваю даже раньше, чем планировал. Я немножко не успевал, думаю, успею, не успею к определенному времени. И что-то там не успевал. А потом что-то началась серия коротышей, и я даже по времени обошел. То есть я завершаю смену даже раньше, чем планировал. Что не может не радовать, опять же. А еще радует, что это заказ фактически в сторону дома. То есть я завершу его
и поеду в сторону дома, поеду на мойку, и все. И на сегодня хватит, время, обед, я как бы отработал. Бонусы еще не смотрел, кстати, потому что заказы по цепочке идут, и я не могу поглядеть бонусы. Фуль на 549. Да, а лимф там есть, да? Наверное. Добро пожаловать. Не забудьте застегнуть ремни безопасности, даже на заднем сиденье. Поездка по Яндекс.Навигатору. Алим, что там, медицинский центр? Да. Что-то так даже и не вспомню. Возможно, есть. Так и не вспомню. Может быть, стоит там Алим. Стоматология, Инвива. Посмотрим, может быть, здесь или не здесь. Думаете? Можно, да, открывать отсюда? Аккуратно. Ты оттуда. А вот Алина. Так, ну что? Я завершил досрочно. Время 14:30. Начал я в 5 за 9,5 часов. Я сегодня закрыл 40 заказов. Раза 4 останавливался на перекур. Не обедал, без обеда поработал, с утра плотно покушал, и поэтому работал без обеда. Где-то раза 3-4 остановился на перекур там. В общем, доволен, что закрыл за 9,5 часов 40 заказов. Бонусы еще не смотрел. Не хочу лишний раз себя радовать или расстраивать, не знаю. В общем, сколько заработал, давайте посмотрим в конце. Точнее, посмотрим завтра, начислят ли мне бонусы. И уже итоговую сумму я выведу в конце. Вместе со скрином и так далее. В общем, вот так вот в понедельник, 17 мая. 9,5 часов, 40 заказов. Как-то так. Спасибо, что смотрели. Всем всего хорошего, пока, удачи.